Gaz Golda Live. G-G-Z. On DFM. Live. Gaz Golda Live. Каждый четверг в 21:00. Сила в одном кулаке. On DFM. Yeah, I was smoking that la 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 Soul Street, and I ain't got no love for the police. It's a recession, I still get it for so cheap. Niggas that's getting the bricks off know me. Look, I be on the grind getting money. If you're broke, you get no love from the honeys. Show you that nigga you with, A Street. He shook, baby, I can hear his heartbeat. It's fixing, I don't want no problems. Tell Duke, relax, we ain't gon' rob him. Look, I don't know, is it me or the Beamer? Or she just a freak like Athena? But she all over me like baby. I just met her, she said I drive crazy. You know I got the nines up, like whatever, I'm on point for the lineup. They call me uncle, heard I rock. I'm a getting money gangster, heard I rock. Them girls be all on me, heard I rock. Yeah, they love me like that, heard I rock. I was smoking that la 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 la. Told me that she was a wife, but all I know, she creeping with me tonight. It's all your fault. She said you would treat her right. No has no belt, but I'm about to be tonight. Broke nigga, get out my face. I'm on the pay. If you ain't talking about money, don't be talking to me. You better get on the grind. If you're broke, you know, friend of mine. I don't want your bad luck rubbing off on me. I can't die. I got shot in my head and survived. Man, I know I'm here for a real reason. Them bullets wasn't hurting me. I felt like hurt. Man, ask the doctor, I was barely bleeding. They call me uncle, heard I rock. I'm a getting money gangster, heard I rock. Them girls be all on me, heard I rock. Yeah, they love me like that, heard I rock. I'm smoking that la 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 la. I'm smoking that la 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 la. Heard I rock. I'm a getting money gangster. Heard I rock. Them girls be all on me. Heard I rock. Yeah, they love me like that. Heard I rock. I'm smoking that. Your past don't excite me. You bleach. Gaz Golda Live. GGZ. On DFM. Nagano. Сила в одном кулаке. Каждый четверг 21:00. Gaz Golda Live. Приветствую, дорогие друзья, всем, кто не спал эту неделю, потому что нас не было в эфире. Мы приветствуем всех, кто скучал, грустил, тосковал, ревновал других ведущих DFM. DFM к нам, замечательным, веселым ведущим. Удивительная, замечательная программа, которая позволяет... каждый четверг. Можно, я тебе сказал, я буду, когда я буду говорить, я буду тебя, ты майковать. Можешь заткнуться просто? Прошу заткнуться. Давай сейчас отработаем систему. Прошу. Нет, я тебе майку. Прошу как заткнуться, как интеллигентно, вежливо и сразу. Раз, все, замолчал, понял? Два раза. В прошлый будет. Раз была с этим проблема. Значит, два раза что? Нет, смотри, один раз ты начинаешь говорить. Нет, один раз ты начинаешь говорить, а, второй понял. Раз ты замолкаешь. Давай попробуем. Понял, давай. Да, еще раз начнем. Да. Дорогие друзья, в эфире программа, которую вы ждали целую неделю, вы скучали, вы тосковали, вы без нас не могли спать, потому что это программа, которая делает вашу жизнь, делает ваше настроение, наполняет вашу жизнь смыслом.
И мы приветствуем вас здесь, я Вадя Купе. И я Вася Вакуленко, баста Икей Наган. Ну вот видишь, мы навели порядок. Подожди, а если я чики-домики делаю, типа я не ты могу молчи говорить. Сейчас, ты не имеешь права сейчас говорить. Одно касание, ты говоришь, одно замолкаешь. Дорогие друзья, человек, которого я не могу заставлять ни говорить, ни молчать, замечательная певица, прекрасная девушка, наш хороший друг, который... очень часто перед нашими глазами, в наших сердцах, в наших ушах, потому что везде, везде слышим, везде смотрим, встречайте. Ёлка! Привет, Лиза, как привет, жизнь? Привет. Что нового, расскажи, слушайте, пожалуйста. Я только что просто наблюдала настоящую работу профессионалов. Вы сработали как команда. Ты видела, как это было? Это было великолепно. Просто, к сожалению, не все радиослушатели сейчас смотрят трансляцию, но те, кто смотрят все-таки, а здесь работает, все смотрят, да, можно присоединяться. Вот ты, кстати, конечно. Вот почему я, вот почему я люблю общаться с Лизой, потому что она профессионал. Мы еще ни одним людям не сказали вообще за все наши эфиры, что здесь ведется видеотрансляция, и за нами можно посмотреть. Ты не знаешь, потому что... Поэтому... Подожди! Говори. Ты не знаешь, что она готовит, как она готовится к эфиру. Она на самом деле пришла подготовленная и все вообще знает, все изучила. Мало того, она мне позвонила и говорит, это же не ваш канал, говорит. Все... Я открыл для себя все наши программы. Старик, записи. Давай сейчас сделаем так, раз, два, все. Просто безумие какое-то, ну просто идет трансляция чистого разума, который, за которую даже невозможно зацепиться троллейбусным как крюкам. Пожалуйста, нажми. Я хотел сказать, что Лиза на самом деле очень круто готовится к эфиру и много, и вообще все про нас знает на самом деле. Ну просто про программу именно. Ну и про вас-то тоже я много чего знаю. А ты помнишь, что очень давно, когда у нас были первые попытки транслировать, ты пришла к нам в гости, когда мы спасибо тебе, мы хотим тебе сказать спасибо большое, что ты была у нас в гостях. Спасибо вам. Помним это, запомнили это навсегда, и поэтому тебя пригласили, по-другому мы долг платежом красим, ты нам, мы тебе. Расскажи, пожалуйста, что вот сейчас грандиозного происходит в твоей жизни? Помимо музыки, вот что-то такое интересное, вот что-то сверхъестественное. Мы почему говорим о сверхъестественном? Потому что жизнь складывается из оценки каких-то событий, сверхъестественное или великое, грандиозное. Что, вот что-то такое, что тебя поразило, удивило, вызвало безумный восторг. Ты знаешь... Очень сложно отвечать на этот вопрос односложно, потому что у меня жизнь сейчас не состоит из таких каких-то ярких взлетов и падений. И, в принципе, во-первых, моя способность искренне радоваться, удивляться всему играет со мной. Добрую шутку. Вот самое, что тебя, что тронуло, ты сказала, вау, ну, кроме того, как мы начали вести программу по касанию. У меня очень короткая оперативка, поэтому все, мое самое последнее яркое впечатление, это как раз ваша командная работа. Ну, кино, может, какое-то, вот что-то ты, что вот порадовало тебя, что ты так сказала, или там, ну, вот что-то, или с тобой сделанное что-то, что... Слушайте, я, честно говоря, даже теряюсь, вот я не думала, не ожидала от себя, что я прям возьму и растеряюсь. Есть, мы знали, это наша подготовка. Хорошо, и выключил тебя, понял, по счету, хорошо, давайте так, песня «Дурачок Хаски» меня последний раз так тронула, как давно ничего не трогала. «Таракани бог» там где, да? Вот. Там это про этого молодой человека, который поет, да? Да. Молодой человек, вот «Дурачок» крутейший. Трек, это просто... Да. Он, во-первых, приходит не сразу, во-вторых, он настолько сюжетный и... Ты можешь сказать прям, дорогие друзья, я вам лично рекомендую, «Елка» рекомендует вам послушать вот... Это, конечно, очень странная рекомендация, я не уверена, что этот артист будет в восторге от таких рекомендаций, но он действительно крут, это круто. Факт. Да. Вот. А так впечатлений... У меня вся жизнь состоит из ярких впечатлений. Ты прекрасно знаешь. Мы путешествуем, да? Мы видим разных людей. Да? Последний раз был концерт превосходный. Превосходный, удивительный. Ну, концерты. Я очень радуюсь людям. 100%. Реакции людей. Это, конечно, меня впечатляет. Это меня очень вдохновляет. И потом их отзывы. Потому что мы-то с тобой... мониторим отзывы хорошо. Конечно, тебе-то вообще конечно. Давно вот это известно. Ты можешь просто вот высказать все моим, так сказать... Очень злые. Очень у тебя злые, подписчики, да? В Инстаграме. Очень злые, неприветливые. Я так думаю, что добрые промолчали, а злые навоняли там все. Не, пришли ну, такие... А есть, может, ну потому что я там... Навоняли. Не, есть вариант того, что я дябчик, ну дядечка, да, и у меня всего. Пожестче, а вот ты нет, дама, и у тебя еще, вот, так сказать... Ты дябчик, и у тебя пацаны. А пацанам котировать так певицу ты не поверишь, это не классно. Самые злые. Да ладно, самые злые это дамочки, ты не поверишь, это которые пишут. Счастливые алло, мамочки, алло, так, счастливые так мамочки сказать, двух да? ангелочков. Да. Они очень иногда бывают злыми. Это вот факт. Вопросы. У нас многие люди пишут, ты не поверишь. С нам и Крис Кельми писал. И, ну, ты читала, наверное, и Сиси Кэппл. И они хотели задать тебе вопросы, а хотели лично, но мы им сказали, извиняйте.
знаете, здесь во мне не проходняк. Вот. И они написали много вопросов интересных. На самом деле, наши слушатели. Могли бы вы исполнять народные песни какие-нибудь? Вот Эдди Круглов спрашивает. Я в детстве пела народные песни. У меня бабушка с дедушкой в закарпатском народном хоре пели. То ну, есть то есть ты на украинском языке... Против ничего не видишь этого народного этники? Я, в принципе, считаю, что корни надо свои чтить и уважать. И у нас традиционные песни сейчас как бы не очень все. То есть вот так вот навскидку, чтобы кто-то взял и вспомнил народную песню. А я считаю, что это не очень правильно, потому что это те самые наши корни, это кровушка наша, да, бурлит. Да, преемственность. Да. Это как закодированное послание абсолютно, из прошлого, правильно? Абсолютно, я в это верю, да. Поэтому я очень люблю. Сархан Хабибулин спрашивает, если бы не музыка, чем бы вы занимались тогда? Я знаю, что КВН, занимался КВН. Да, я очень плохой КВНщик. Очень плохой, но обаятельный КВНщик. Хотел сказать, старик, родная моя, у нас просто ты одна из первых девушек, которая на усе. Я тебе скажу, перед тобой два самых плохих КВНщика. Это прекрасно. У нас команда плохой КВН, так что. Да, чем были, бы ты занималась? Мы скажи? Реально корявые гуси-пауки. Я бы могла быть очень хорошим визажистом, это правда. Да? Да, я была неплохим баристой. Это что такое? Бариста — это человек, который варит кофе. Я обожаю кофе, да, и я очень люблю сам процесс. Потому что это абсолютная магия, и вкус кофе действительно зависит от человека, и это тоже знаю. То есть ты могла бы пить кофе, красить людей? Продавать кофе. А, продавать, продавать кофе. Продавать, варить кофе, то есть ты могла бы краситься и... И продавать кофе. Это я умею. Скажи, вот навскидку, нам с Вадиком, вот купе, да, для того, чтобы быть красивым в кадре, что нам следовало бы сейчас вот поправить на своем лице вот так? Не, а, то есть не... вот ты как визажисту? Да, хочу вот что ты вот скажешь, там, мешки под глазами, там, скулы там обозначить, что-то вот нам вдвоем. А вообще, это, не трогайте, пожалуйста, свои скулы, никогда не давайте красить себе сильно брови в кадре. У меня... Я была единственной девочкой в команде КВН, у меня было 10 мужиков, это была вечная борьба, потому что мне надо было их... То есть все красятся? Нет, мне надо было их напудрить, чтобы они не блестели в кадре, это нормально. А они все мне, Лиза, что они красятся все там, что у КВНщики... Да они не красятся, я их просто пудрила, просто пудрила. Ну, чтобы нос не блестел. Ну, что нам нужно сделать, скажи, вот что нам нужно? Вот сейчас вы прекрасны, вы идеальны. Не, ну, на самом деле, это визуально, а в кадре, вот если мы будем под студийным светом, что можно выбрать? Кроме бесцветной пудры... Кроме того, чтобы скинуть по 10 килограмм. Кроме бесцветной пудры, я бы... Вот вы, правда, да? Ничего, да. Да. Просто чтобы блеск. Мы очень вот здесь, все, да, вот здесь. Мы все потеем немножечко под софитами, поэтому ну, это лоб, понятно. Нос, крылышки. Софиты все дела. Ты меня понимаешь. Я придумал вопрос. Вот мы договорились или нет? Я не могу держаться. Я тебе даю пощечину, ты говоришь. Давай попробуем. Говори. Да это выключил ты, а вот. Можно говорить чуваку, который едет кофе, я понял, Борису, замути магию. Я просто, чтобы понимали наши слушатели, я, конечно, смеюсь, но ладошка-то потеет. Тревожненько, да? Чуть-чуть как бы. Вот ты как раз, подожди. Ты как распорядитель, что сейчас у нас будет идти в эфире в нашем замечательном, хорошо организованном? Я хотел бы поставить трек певицы «Елки» сейчас. Какой? Необычный, с необычного альбома. Я могу, можешь ты сказать, вот я не могу прочитать сейчас. Что ты не можешь прочитать? Какой? Disclosure, там что-то. Disclosure? Как это правильно? Не моя песня, Disclosure. Да, ты ее хочешь это поставить. Это группа, да, она мне очень нравится. You and Me песня называется, а вы ее могли увидеть в одном рекламном ролике, но песня умопомрачительная. Disclosure? Disclosure. А что это значит? Я не знаю. Диск, как, подожди? Disclosure. Давай пока погуглим, а пока Sony. Люди послушают песню. Нет? Или вам надо сидеть всю секунду? Не-не-не, ну у нас просто такой эфир не особо профессиональный. Итак, мы слушаем трек, который нам любезно предложила поставить в эфир Ёлка. Disclosure. Yeah. Gas gold alive. Gas gold, watch my breath now. 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 Gas gold alive. Gas Golden Line.
Gas Gold Alive. Gas Gold Alive. Gas Gold Alive. Gas Gold Alive. G-G-Z. On DFM. Live. Gas Gold Alive. Каждый четверг в 21.00. Сила в одном кулаке. On DFM. Player, give me some brew and I might just chill. But I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill. I still do be spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S-T-I-D-E-S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me, ain't my homie to begin with. It's too many heads to be probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy $5 bill on the reel before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. I come to school with a tailor on my
pillow, avoiding all the flicks and gas golden widow. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee, the serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie, cause homies nag me to take the dank out of the bag. Whenever I can, don't need no crutch. I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogees get hit, but they know they gotta pitch and bend. I roll a joint that's longer than your extension, cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheek. What's up, don't babysit that, better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it, cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. Gas Golder. Друзья, да что ж такое? Дорогие друзья, мы вышли в эфир, и немного нам пришлось внести небольшую поправку в нашей речи. Мы услышали, что один из сотрудников DFM просто замечательно чисто говорит, прекрасно. И мы взяли у него несколько уроков. Как говорит, он говорит, засунь просто пробку себе в рот. Так меня еще никто не затыкал. Мы продолжаем наше общение. Мы вот, пока играла музыка, была реклама, мы разговаривали о успехе, который приходит к людям, которые... работают, которые много вкладывают. Как долго вообще вот ты ждала вот песни, которая по-настоящему сделала тебя известной на, не на всю страну, на все страны, которые понимают там русскую речь, да? Сколько лет вот с чего ты начинала? Расскажи, вот первые твои шаги, так сказать, в творчестве. Первые шаги в творчестве. По-моему, в третьем, по-моему, или в четвертом году я приехала в Москву. У меня случился и город обмана, у меня случились первые концерты, маленькие, но очень уютные. И, в общем-то, сейчас речь идет, естественно, о песне «Прованс». Но понимаешь, в чем дело? У меня не было поисков такой песни. И как раз песню «Прованс» я писала в очень ироничном настроении. То есть я адски стебалась, думаю, я тоже хочу шлягер. А что-то у них у всех есть, а у меня нету шлягера. Мне нужен праздник, да, песня? Я хочу шлягер. Я думаю, а что это? Я думаю, ну я же потяну, ну я же могу такую песню спеть. Ну ничего такого. И, конечно, она мне сначала показалась простоватой, с другой стороны, меня зацепила в ней та ирония, которая присутствует в этой песне. И когда ты поняла, что ты все, вот... Ну где-то через годик после того, как вышла песня «Прованс», потому что очень много работы навалилось, а когда ты в процессе, ты не замечаешь, у тебя просто нету времени остановиться и обернуться и такой: о-х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 о. Вот, и когда думаю, ну ничего себе, а это что это за кулисами какой-то премии, все со мной здоровы, все те, кто никогда меня не замечал, здороваются со мной. Это, конечно, очень приятно. И каждый раз, когда кто-то со мной очень-очень-очень крутой здоровался, я на всякий случай оглядывалась назад, со мной ли он здоровается, или кто-то нормальный сзади там стоит. Ну, то есть тебе было приятно, на самом деле. Конечно, это такая оценка, да, ну, такая, конечно, если... это приятно. Я даже не буду... Ой, не, ну я, мне плевать. Нет, это очень приятно, потому что когда ты делаешь что-то искренне, когда ты делаешь что-то, что тебя зажигает, от чего ты горишь, конечно, очень приятно, когда ты оцениваешь не только ты, когда люди разделяют твою радость, понятное дело. Поэтому я в этом плане совершенно не скромничаю. Скажи, у вас большой город, вот уже это большой 120 город? 120 тысяч населения. Да, крошка 102. Вообще, да? Вообще, но он сказочный. Часто ты бываешь в городе? К сожалению, не так часто, как хотелось бы, но хотя бы раз в году я туда вырываюсь, потому что там мамочка, ты там с кем-то, надо... Ну, помимо родни, это понятно. Ты знаешь, в основном я все-таки еду к родным, потому что не так много времени, а мы не видимся годами. Мы не видимся годами, и, конечно, очень хочется наговориться. Ну и плюс, наверняка тебе это известно и знакомо,
я когда приезжаю в свой город, я, конечно же, требую и жду от моих любимых горожан... Ужгородчан. Ужгородцев. Понимание этого. Я думаю, ну, они же понимают, что я приехала домой отдохнуть, и они не будут... Ну, они будут делать вид, что меня не замечают. Конечно же, чудо этого не происходит. Ну, так это же покруто. Ну, так было бы хуже, если бы ты приезжал... Ты мужик, тебе не надо краситься. Ты можешь в трениках гулять и фотографироваться со всеми. В родном городе... Я когда приезжаю в родной город, всегда пытаюсь, вот, ну, по-хорошему, ну, вот даже сколько, 2 месяца уже на скакалке занимаюсь, чтобы приехать в родной город, и тебе сказали, ну, толстый, ты занимаешься на скакалке? У этого нет результата, старик. Ты, наверное, ничем не порадовал. Бегемот привез все обратно, с чем уезжал. Поэтому... Ну, то есть я, в принципе, не очень люблю фотографироваться, это правда. То есть я чуть-чуть себя чувствую обезьянкой каждый раз, когда это происходит. Мне гораздо приятнее посмотреть человеку в глаза, пожать руку, если это девчушки, пообниматься с ними. Не, ну, хочется на память оставить, хочется на память. Я всегда у них спрашиваю, что же у тебя такое плохое память, что ты не запомнишь, что мы с тобой разговаривали. Я тебе расскажу про это, всем историю расскажу. По-человечьи. Я стою в Париже под отелем, ну, просто... Иду, подъезжает такси, и выходит Джон Малкович. Я так проверил, я говорю, можно с вами сфотографироваться? Он такой раз на меня посмотрел. See you later. Ой, ну нет, это некрасиво. Не, ну, я как бы... Хотя, с другой стороны, ты-то его понимаешь, как никто другой. Не, ну просто, не, я спокойно, я просто ходил искать. Я потом, я почувствовал себя маленький мальчик, у меня был просто большой... Я ходил по отелю, спрашивал, там, где живет старик. Она говорит, где он, не знаю, Траволта на 3-м этаже. Ты понимаешь, что я по той самой причине как раз не могу подойти к человеку, вот к публичному, публичному. Вот мне кажется, неловко, что я так его буду, да. Не, ну, Малкович было круто, принять фото с Малковичем. Засмущаю, а он не в настроении. Если я отказываю фото, я, конечно, даю слабину. Если я отказываю фото, я стараюсь это сделать с улыбкой, чтобы человек понял, по какой причине я, девочка, в 6 утра в аэропорту не хочу фотографироваться. Ну, думаю, понятно. Знаешь, вот почему я рад, что у меня злые комментаторы в Инстаграме, потому что когда... Они боятся ко мне подойти. Нет, когда ко мне подходят, я, бывает, рисковато говорю, прости-прощай, мы как бы... Квиты. Никто на друг друга зла не держит. Еще мы прочитаем несколько вопросов, потому что наши слушатели... Не дремлют. Наши телезрители, которые смотрят наше шоу, это не сейчас будет, это потом мы что-нибудь придумаем с ними, обязательно не увидите. У вас есть любимые альтернативные группы? Виталий Нутко спрашивает. Альтернативные чему? Я не знаю просто. Ну, это вот можно быстро, вопрос-ответ и... Ну, вот альтернативой тому, что я слушала последние несколько лет, сейчас является русский рэп, к которому я случайно вернулась. Да, я смотрел, ты ходила на Versus, я видел. Я ходила на Versus, я была на концерте Хаски, я очень хочу на Тело пойти. Это бомба. Вообще, ты что? Для нас это номер один вообще. Да, я жду альбом. Скрипи, который не продолжение первого, мы ждем, Релиз вышел сегодня у Скрипа. Дорогие друзья, вот правда вышел. Я покажу сейчас, как даже выглядит эта, так сказать, картинка. Всем, кто нас слушает, мы можем озвучивать наши инстаграмы. Заходите в мой собака Баста Аканагана и озвучь, скажи, пожалуйста. Элка Сингер одним словом. Элка. Только не ругайтесь там, пожалуйста. Да, я вас умоляю. Не, ну я же так вот удаляю. Такая, вот, до дна. Вот такой вот сингер. Смотрится круто же. Даже. Да, красиво. Стильненько, черненько. Круто. Так что я люблю. До дна заходите, смотрите, ищите. Реал, нижнее подчеркивание, Скрип, да? Да, все правильно. Ну, вообще, надо читать Адиля надо в оригинале. Не, в оригинале. Это отдельное удовольствие. Я читаю, я подписан. Ну, есть несколько людей, от которых я просто получаю удовольствие, будучи Миша Крупин. Есть много людей, которые разрывают это гениально. Луперкаль еще очень интересно иногда читать. Он раньше про соседа еще байки травил, очень смешные. Не, мне нравится Касс, который сидит. Касса, я тоже читаю. Свободная касса, так сказать. Так, что у нас еще есть у нас? Вопросики есть еще? Конечно, про русский рэп ты начала рассказывать. Скажи, вот я клянусь тебе, задали вопрос. Не могли обойти это. Егор Кельман спрашивает. Здравствуйте, Елизавета. Общаетесь ли вы с шефом? Нет, не общаемся, да? Просто вы недосягаемы до него или он для вас все-таки? Да нет, просто разошлись наши дороги, так иногда случается, мы не пересекаемся. А кто у тебя сейчас шеф?
У меня есть Velvet Music прекрасный, с которым мы работаем уже много лет. А ты там одна или есть какие-то еще? Нет, артисты? Там много артистов. Но ты... мы как-то... Мы... Ты знаешь, у нас какая-то такая приятная коммуна. Мы очень друг друга любим, поддерживаем. И не знаем. Мы друг друга. Ты знаешь, очень приятная коммуна. Просто, знаешь... Все равно есть такое расхожее мнение, что артисты недолюбливают друг друга. Конечно. Рэперы недолюбливают друг друга. Певицы недолюбливают друг друга, поверь мне, я знаю, о чем говорю. Есть такая профессиональная ревность, это абсолютно нормально. Мы знаем тоже. Да, все знают. У нас много знакомых певиц тоже. Да, я вам такое расскажу, сейчас закончится эфир. Но по-честному, если абстрагироваться и чуть-чуть издалека на это все поглядеть, я все-таки за ту мысль, что мы все с вами вот такие разные, удивительно разные, делаем одно большое дело. Во-первых, мы за музыку, во-вторых, мы за качество, и в-третьих, мы за то, чтобы... Хотел сказать, за Влада Валова. Я просто не смотрю. Это просто... Что происходит? Ну, потому что это наш любимый это человек, знаешь, которого мы не могли его достать. Мы думали... Мы это с тобой обсуждали еще на том самом, на той самой передаче. Да, я думаю, может что-то изменилось, потому что мы не можем найти этого человека. Нам кажется, что его не существует. Мне кажется, что это человек не существует. Есть четыре автора, которые имитируют. Я не знаю, ну просто, что не существует этого человека, это просто, ну, просто какого-то человека отфотографировали на 20 лет вперед и постоянно выкладывали. Существует, да? Ну, как он вообще не... А, мы его видели! Ну, что ты, в халате! Я тебе расскажу, что такое. Ну, с уважением. В полотенце. Была большая рэп-премия. Большая рэп-премия там вручали. Ну и собрались рэперы. Ну, представляешь, что такое рэперы в России? Да. Это в основном собой плохо образованные, грубые, злые, уличные. Пьяные. Ну, по-разному. Хулиганистые, даже хорошо образованные стараются вести себя как хулиганы. И вот стоят там, ну, человек 40 в гримерке, где фестиваль. И вдруг открывается дверь, а есть такие, ну, площадки, где есть душ. И вдруг... Вот так все стоят, разговаривают, что вдруг открывается дверь, оттуда валит пар, и оттуда выходит Влад Валов и Эки Мастер-шеф. Да. Просто в полотенце он проходит вот так. Мимо. И все в коридор так стоят. Ты просто сейчас клип Канье Уэста пересказываешь. Вот ты видишь? А вот я о чем говорю? Влад Валов — это трансцентр, который задает и определяет движение музыки во всем мире на многие годы вперед. И просто все рэперы стоят, все, кто разговаривает, замерли. И просто это было, ну знаешь, как мальчик, помнишь, в бриллиантовой руке. То есть мы ждем, Влад, если вы нас слышите, мы вас ждем в программу. Можем, да, обратиться? Мы ждем вас в программу. Очень хотим поговорить с вами у доктора Малышевой на Первом канале. Вот, и... Что мы сейчас будем? Может, мы послушаем музыку? Да, конечно. Я хотел предложить. Только что вы говорили столько про Лизу. Давай послушаем песню, которую я последнюю, самую единственную, что я слушал из последнего, твоего, извини. Лиза, лети выше. Что-то такое. Ты мой хороший. Я даже слушал, ты, по-моему, ее пела на GQ. Нет? Не было такого? Я не помню, честное слово, я не помню. Тогда. Давай послушаем. Давай. Но хотела сказать, что Вадик очень прям держит руку на пульсе моего творчества. Ты видишь, да, конечно. Ну, а какой это год? 2005? Года 4, да, этой песни уже. Он, как ты говоришь, он не хочет торопиться, до него все далеко. Волна проходит, он потом поднимает, что осталось. Итак, мы слушаем. Поехали. Лети, Лиза. Какой бы снежный ком я ни начала катить, он с каждым божьим днем становится больше. Мне бы понедельники взять и отменить, но только чтобы вторники не становились дольше. Все мои мечты как маяки, что я могу сказать себе: лети, Лиза, лети. Выше 23-х этажей, выше проживающих семей. Прыгаю на метр в высоту, город отделяющий от неба. Выше 23-х этажей, выше проживающих. В тот
не смысл. Под разными одеждами все мы похожи. Если мне сейчас необъятно хорошо, то так же хорошо мне останется позже. Я всегда хотела жить любви, что я могу сказать себе: лети, Лиза, лети. Выше 25 этажей, выше проживающих семей. Дорогие друзья, мы, у нас сейчас кондитерская пауза была. Многим я сумел заткнуть рот, просто дав по конфетке. Хотелось, я хочу напомнить, что, пользуясь служебным положением, что 10 сентября в моем родном городе Ростов-на-Дону будет День города, день рождения города. И ты всегда выступаешь на дне? Не всегда. Не всегда, это большой, это большой, это второй раз я выступаю. Но для меня личный праздник. Мы будем выступать живьем. В прошлом году у нас было 100 тысяч человек. Мы надеемся, в этом году больше. Приезжайте. И у нас мы объявление делаем. Так. Что мы просим всех людей снимать на телефоны концерт, чтобы мы сделаем потом один большой клип производства Ростова. Так что мы позже в Инстаграме отметим, где будет почта. У меня вопрос, почему меня не зовут в Ростов уже несколько лет? Вот у меня просто задай его, пожалуйста. Я тебе честно скажу, я за все годы только два раза выступал. Сам напросился, ты хочешь? Да? Что ты хочешь еще? Подожди немного, дай своим хоть немного как-то, блин, разогреться, так сказать. На этой замечательной ноте удалимся на паузу. Да, на паузу. Was 13, first on the block, making niggas jock. Cause before me, you never saw a shorty rock. My life did a 360. Girls that didn't like me in class all of a sudden wanna fix me. I went from waking up early, catching the bus, to waking up late, sitting in something more plush. Now no longer am I in a class full of kids. I got a one-on-one, 4 hours a day at the crib. Every day was different, but it didn't quit. I got a 420S and didn't have a permit. Now I was rich as I was rich. I had whatever would please me. A Benz, $500,000 house, east. I got the top of the world, Browns making house calls, doing things to me you wouldn't believe, y'all. Cause I'm this, I'm that, I'm steady shaking the spot in a position where I can't be stopped. I'm young, young, rich, rich, dangerous. I hear voices saying the world is yours, nigga, get it now. Get in the game, do your thing and don't stop until it's locked down. The world is yours, nigga, get it now. Get in the game, do your thing, and don't stop until it's locked down. Going from coast to coast, plushed out pre-folks, doing more than most niggas do in they whole lifetime. See, since I was 12, a little shorty, I've been getting mine. Not the halfway, almost there in between. I'm talking about this little nigga getting cream, fulfilling
dreams, making a name for myself, steady doing things, learning the game, getting wealth. I went from sitting in the front to riding in the rear. Yeah. I got a 5-bedroom yacht sitting at Lake Lanier. That's where me and my crew discuss different ways for us to maintain in this game and keep on kicking up dust. Sold out shows, magazine covers, lockdown, making it easier for other little shorties to rock. Now it's like this, uh-huh. That's how it be. Say you what? Can't predict the future without mentioning me, 'cause I'm young. Saying, the world is yours, nigga, get it now. Get in the game, do your thing, and don't stop until it's locked down. Young, young, rich, rich, dangerous. I hear voices saying, the world is yours, nigga, get it now. Get in the game, do your thing, and don't stop until it's locked now down. Now my first name is Chris, a.k.a. Lenny, with plenty. A millionaire before I reached the age of 20. I'm surrounded by a crew of niggas living the same. Young, young, rich and dangerous and handling things. Earrings, rings and watches full of ice. Hella merchandise, helicopter vice. The little place is called paradise. When I'm surrounded by 3 or 4 women, poolside drinking them drinks with the umbrella in them. I got the money and the power, living it grand. In this position I could hold the whole world in my hands. Shot calling, big balling, deal making, not wanting for nothing, 'cause this nigga here, I got it all in. I'm just getting started and I'm deep like this, so I'm destined to be the next Berry Gordy of this business. 'Cause I'm this, I'm that, I'm steady shaking the spot in a position where I can't be stopped. Young enough to make mistakes, exposed to all forms of good and bad. Gas Gold Alive. Gas Gold, watch my back now. 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 Gas Gold Alive. 1, 2, раз, 2, 3. 1, 2, 3, здесь все. Земля, здесь звезды. Все, кто остается на связи, всем, кто доказывает в этот халдный вечерок право называться лучшим МС квартала. Здесь с нами, здесь Жижа, Бончик, Лопас, Дракон, Харя, Фенди, все здесь. Что? А кто, кто из нас Харри, я хотел спросить? Это я про себя говорю. А, Фэнди, значит... MC, это ты, все про себя, значит, ты говоришь. Да, я дракон, получается, что ли? Нет, я дракон. А. У меня много имен. Я дракон, у меня много имен. Я дракон. Время для... Вот сейчас ты можешь, сейчас у тебя прям минута будет высказаться. Смотрите. Внимание, я придумал штуку. Концерт переносится. Встречайте, переносится. Это гениально, господи, это гениально. Почему он сам себе аплодисменты не включил? У меня один вопрос. У меня руки нет. Это просто вот, другой, это вот человек, который что, постоянно... Что ты делаешь? Он фотографирует нас? Можешь не перебивать, пожалуйста. А, извини. Человек, который вот... В чем, кто такой? Вот многие спрашивают, да, почему он, этот человек остается всегда сбоку. На самом деле нет, он всегда на передовой. Ну, когда он видит микрофон и красную кубку, он теряет сознание просто. Он начинает, ну, городить ахиллесицу, ее можно записывать. Только через десятилетие эта ахиллесица превратится в настоящий произведение искусства. Вот, о, я знаю, то, такие что... альбомы. Да, таких много. Мы закапываем их и откапываем. Таких очень много альбомов. Скажи, пожалуйста, смешная шутка сейчас была. Это очень смешная. Не, это была очень смешная шутка, наоборот. И мы поняли, о чем ты говоришь. Это не была заготовка. Все это витает в воздухе. Скажи, пожалуйста, много ли на своем пути ты встречаешь талантливых людей? Очень много. Вот талантливых. Вот ты можешь сказать... Ну, он прям, ну, вот она, ну, вот он просто поет круче меня. Или, не, вот не объектив, без лукавства, там, без кокетства, просто, что вот, ну, вот удивительно поющий человек, или, там, удивительно пишущий стихи, или... Да, да, да. Много таких людей? Ну, прям... Вообще их немного, но встречаю я таких часто, и это огромное удовольствие. Знаешь, когда человек настолько талантлив, что ты перестаешь к нему ревновать и начинаешь искренне восхищаться. Да, у меня такое бывает периодически, я очень радуюсь такому. А есть кого-то черное прям вот так вот? Ну, вот ты не... сейчас я сформулирую. Черное не в смысле, там, не знаю, а вот просто вот хотелось бы. Вот у меня есть такие рэперы, вот я песню слушаю и многим говорю, вот... Хотел бы написать такую песню. Вот про песню бывает вот такое. Хотел странно, бы что написать, это... чтобы да, я странно, был автором этой песни. Странно, что эту песню пою не я. У меня бывает такое. Ну какая песня, скажи? Вот, ну какую бы ты песню на русском вот, языке? Песня «Алай Оли Дельфины». Песня группы «Алай Оли». Это моя подруга и очень хороший человек, и женщина, и вообще. Оля какая? Оля Маркес. Маркес. Да, знаю, конечно, да. У нее есть «Дельфины» песня очень красивая. У группы «Айова» есть песни «Одно и то же». Удивительная песня, она взрослее, мне кажется, чем Катя. И это очень круто. Ее Катя зовут, да? Да, Катя. Круто. Она крута, но вообще невозможная. Мне такая очень она яркая такая. И, ну, пожалуй,
Ну, пока вот эти две у меня навскидку пришли в голову. Ну, то есть ты прям с удовольствием. Я а бы с удовольствием. Можешь просто спеть, сказать, так, слушай. Так, а я и спою. А я уже их предупредила, конечно. Предупреден, значит, вооружен. У меня с этим нет никаких проблем. То есть мы можем приехать вниз и увидеть Маркис и Айову, которые, ну, встречают тебя и говорят, не вздумай этого делать. Нет, нет, которые поют Прованс. Знаешь, а эту историю? Я могу рассказать про историю про Юрия Лозу? Да, конечно, можешь. Ты что, обязательно, мне кажется. Что за история? Есть время. Мы ходили, когда у нас появился проект «Нагано», у нас мы сняли, ну, смешной клип на трек про Жору и понесли его на MTV на 12 злобных зрителей. Там был я и... ты был-то? Конечно. Да, и два посторонних человека, в принципе, которые не... Ну, мы так, ну, прикалывались, да. И в комиссии 12 злобных зрителей было много так, известных, так сказать, поп-див, и один был, из них был Юрий Лоза. То есть они на серьезных щах смотрели наш клип, и потом они его комментировали, как бы, как этому быть. Естественно, ну, нам ничего не светило, и мы... Я потом в конце, как бы, ну, говоря, что дядь Юр, я вот, ну, вот хотел бы сделать кавер на песню «Плоты». Ну, происходило так. Плот. И мой плот. Не смей. То есть я, на самом деле, сопричастен, наверное, к тому, что произошло с Юрием Лозой позже. А что с ним? Ты просто не в курсе. Ничего. В тот момент ты нанес. Ты просто не в курсе, старик. Не в курсе, он сделал столько громких заявлений, что... А ты правда не в курсе? Он стал, к сожалению, мемом последним. Хотя, слушай, есть... Это очень двояко. Человек может себе позволить говорить все, что он думает. Ты просто не представляешь, что он говорил. Давай поиграем в эту игру, чтобы он не знал, о чем мы говорим. Ты просто Давайте. Не представляешь. Это просто сумасшедший дом, что он говорил. Началось с самого громкого заявления. Да, тогда, ты помнишь, когда он говорил, тогда ты не знаешь, о чем идет речь. А еще... Даже, кстати, меня рикошетом зацепило. Да ладно? Да, чуть-чуть немножечко. Но я считаю, что стать в один ряд с такими великими людьми, для меня это большая честь. Ну, я тебе скажу. Вы не про Лозу говорите же, кто-то другой. Секунду. С кем-то он закусился. Первые люди, на которых Юрий Лоза открыто напал. Да. То есть мы в ряду с Битлз и тому подобными людьми. Да. Мы первые, старик. Я сейчас понял, что мы первые, на кого мы напал. Она? Мы. Мы с ней или не, мы с тобой? Не, мы, да нет. Когда мы когда принесли еще там 12 или 27 Вася, лет назад. Да. Скажи мне, пожалуйста, одно. Да. Есть какая-то серьезная причина, по которой вы с Вадиком дружите? Конечно. Конечно. Что ты имеешь он в виду? Он мне должен денег. Он тебе должен. Просто я ничего не могу с этим поделать. Ничего не происходит. Не, мы дружим очень много у лет. У меня ноутбук я есть. Знаю. У меня есть ноутбук просто. Мы просто дружим очень много лет, и это, ну, напоминает уже какую-то, это как это сказать, кому какую-то, впавшую. То есть дружба, павшая в кому, она вот просто есть, и что с этим будет дальше, не знаю. Еще мы соавторы музыки и песен. И с чего ты взяла, что мы дружим? Это шутка была. А, все, понял, сори. Можешь ударить меня. А мы о чем-то же серьезно поговорим сегодня. Скажи, пожалуйста, у нас есть маленькая рубрика «Афиша». То есть ты можешь выйти и сказать: «Привет, меня зовут Лиза, я хочу пригласить вас на замечательные концерты, которые произойдут». Но! Добрый вечер, дорогие друзья, дешевые враги. Вот это вот все. Дешевые враги. Я буду делать рекламу, я буду петь. 2 октября. Так замолчи, люди должны это услышать. 2 октября, да? Клуб рэп. Рэп. Рэп, круто. Рэд. Приходите, пожалуйста, 2 октября в Рэд, а потом, если мы с вами все доживем, 18 февраля в Крокус. Да ладно? Да. Дорогие, какого числа? 18 февраля. Дорогие друзья, можно я сейчас вступлю? Дорогие друзья, я хотел бы пригласить вас на замечательный концерт замечательной девушки, замечательной артистки. 18 февраля, Елка, Крокус Сити Холл. Если ты не придешь, мы будем вынуждены искать тебя, дорогой мой друг. До февраля. Я предлагаю сделать маленькую вставку «Вечеринка авангардного джаза». Готов спеть соло джаза вообще? Конечно. Давай. Всегда готов. А как? Ты не время с нами. Есть. Браво. Дорогие друзья, это «Газ Голдер Лайф». Это наша замечательная программа, которая наполняет вашу наполненную любовь смыслом сердцами. Жизнь. Вашу жизнь добром, смыслом. Вашу жизнь добром. Я к вам прийти, я вас любить, я с вами дружить, я вас хотеть знать и слышать меня, чтобы вы могли. Следующая наша рубрика после афиши обычно называется «Новость». Ну, то есть люди, которые приходят к нам на программу, они... Поняла, кто подготовлен на самом деле. Да, конечно. Ты на этом языке читал. Что ж такое?
люди, которые приходят к нам в программу, они на нас работают. Ну, они потом понимают, что они работали на нас. У нас в конце каждой программы есть рубрика «Новости». Так. То есть мы даем тебе новости. Бумажку. Я красиво читаю. Без Я так же делаю. Ты еще красиво красишься. Так, смотри, мы даем бумажку тебе, ты ее читаешь под музыку, которую мы сами будем делать. Не-не, мы делаем, у нас есть отбивка. Мне джаз петь, старик. Ведь я просто, я не то, что в этом немного понимаю, я и есть джаз. Итак, мы слушаем новости. Сейчас будет отбивка, и потом ты прочитаешь. Подожди, проверю. Ага. А где листок? News. News. Ахбор, дар Таджикистан. Новости на таджикском языке. Это вы серьезно, да? Да, новости на таджикском языке. Ну хорошо, допустим. Даршах Рифейнийский штат. Ой, Америка Аз. Авто. Что я. О чем я сейчас говорю, ты хотя бы? Этом... Вы ты меня можешь просто работать? Ты просто... Я не могу, никаких подставок. Хорошо, аз автобуси. То, что я скажу, что тебя подставили. У Нормандикана гидрейк джабок. И вот и к имматбах. Поставь серьезнее, пожалуйста. Время идет, деньги уходят. Оробохитозби умуми 3 миллион доллар. Я не могу. Это ужасно. Дузди да. Хабар медих от оч он си рейтерс. Джино... Все надо читать? Да. Хорошо. Джино я трузи се шабе, са шуми август, соати бис туду судир карда карда шуд. Джино я актор кидар бораш хотх. Не, тох. Тох. Ты думаешь, я не слежу за собой, дорогуш? Ты что? Ты же понимаешь, сколько людей нас слушают сейчас. Ты нас слушают миллиарды людей просто. Нест, молики я, тики мат бог, орогив га гирифта. Аз бедарак гаштаст. Автобус аз он... Это тоже еще да, надо, да? Да, автобус из Анны, рэпер Дрейк, Будадар в Сафарах. Все, на кой рэпер я Дигар. Тут вообще? Нет, давай. Я тебе... Нет, ты должна закончить. Давай. Ну все. Автобус. Да, дар, савах, ой, х, унари, инчунин, рэпер и дигак, фьючер, х, амор, амор. Мекар, малум, шут, киин, джа... Вох и рот аз худи дрейн на будан. Браво! Браво! Это было самое сложное испытание в моей жизни. Как думаешь, в чем были новости? Быстро прочитаем. Из автобуса канадского рэпера Дрейка в американском городе Феникс украли ювелирные изделия на сумму 3 миллиона долларов, передает Reuters. Преступление произошло во вторник, 6 августа 2020. Злоумышленник, личность которого пока не установлена, схватил портфель, находившийся в автобусе, и скрылся. Автобус использовался в шоу Дрейка и его коллеги Фьючера. По предварительным данным, драгоценности Дрейку не принадлежали, и их украл выходец из Таджикистана. Дорогой нас, верни, пожалуйста, все Дрейку, потому что ты даже не знаешь, у кого ты украл все эти украшения. Это точно. Спасибо большое. Господи мой. Ребята, подожди, можно я, пожалуйста, скажу спасибо? Я вот буквально за одну эту новость потеряла 1,5 килограмма сейчас. Ты видишь? Спасибо вам, ребята. Представь, сколько людей в Москве порадовались тому, что ты... Оля тебя похвалит, я думаю. Да, Оля скажет... Красотка. Ты молодец, стой, вот так, да, сказать. Ты молодец. Надо было в планке еще почитать. А я могу к ней обратиться, чтобы она мне сказала, вот ты можешь ей сказать, вот толстый вот спрашивал, интересовался. Конечно, как, я могу по блату за тебя словечко можно замолвить, сделать? Конечно. Что, чтобы толстый хочет все-таки, ну, попробовать. Толстый хочет секту. Да. Не, ну просто хочет попробовать. Я хочу попробовать, как мне стать молодым техничным. Одно меня останавливает, что мои шикарные костюмы, замшевые, красные, бельветовые, синие, придется ушивать. Но наверное, я останусь тем, как кто я есть на самом деле. Согласен. Вася Бакуленко Баста и мой друг Вадик Купе. Дорогие друзья, это был Газ Голдер Лайф на DFM. Спасибо всем, кто нас слушал. Елочка родная, мы тебя любим. Спасибо, что ты была. Я вас обожаю. Это было удивительно. Я вас Дай очень 5, Вадик. Люблю. Мы красавцы. Спасибо. Как звучит его удар по лицу. Пока. Пока. Газ Голдер Лайф on DFM. Can't bear to leave me in the morning. I'm too blind to see. Gas gold alive. Buried all my feelings. I'm withholding. It's not fair to let him fall. I tried to leave him signs, give him warning, but it's hard to recognize. You're still falling. Gas Gold Alive. I've gotta let him go.
Gas Gold Alive. Мало знакомы, но все понятно. Мы, очевидно, не играем в прятки. И нам сложно поверить, на этой войне кому-то открыть двери. Я понимаю, тебе было нелегко слушать пустые рифмы без стихов. Но мне сложно тебя понять. Боишься говорить, не хочешь доверять, молчишь. А ты так нравишься мне. Но я не понимаю, на моей ли ты волне. Нравлюсь ли я тебе или я туплю. Как есть, говорю. Я хотел бы знать, сколько стоит все понять. Я бы жёг мосты, если б знал, чего стоишь ты. Я хотел бы взять и тебя поцеловать и бежать от суеты. А хочешь ли ты? Это банальная песня, все просто. Ты иностранка из космоса. Хочу предложить тебе моего воздуха. Я уверен, ты та звезда, yeah. И мы как герои комикса. Через весь сценарий хотим и не можем познакомиться. А я-то себя знаю. Я громко кричу, ищу тебя по своему сознанию. Дай мне знак, дай мне шанс тебя понять. Расскажи, как жила, на что положила. В тихом омуте мне тебя не завоевать, не отпустить. Вот такая ты красивая. Я хотел бы знать, сколько стоит все понять. Я бы жёг мосты, если б знал, чего стоишь ты. Я хотел бы взять тебя поцеловать и бежать от суеты. А хочешь ли ты? Давай из всех планов и занятий сейчас все, что есть, потратим. Чтобы не было как-то по-пустому. Чтобы не как в клубе тебя подцепил после тусовок. Так ты улыбаешься. А я знаю, ты понимаешь все. И скоро начнешь мне доверять. Без заморочек, дай понять, что ты хочешь. Хочешь ты, хочешь ты, хочешь ты, а хочешь.